Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Боголепова Ольга, я являюсь региональным директором в группе компании ITC. И я хочу с вами поделиться, почему я сегодня в компании. Я хочу поделиться своим видением, почему сегодняшний день я продолжаю и иду вместе с компанией ITC Group. Потому что, ну, я начну с того, что у меня высшее экономическое образование, я в прошлом главный бухгалтер, и я человек анализа и цифр. И когда-то, несколько лет назад, я видела бесперспективное свое будущее, могу так сказать. Я видела, что зарплата – это не то, что я хочу. Я видела потолок в своих доходах, в развитии, и мне уже было скучно. Я хотела вообще мир финансов, инвестиций, несколько объектов недвижимости. Я хотела для себя вообще другой жизни, путешествовать 2-3 раза в год. И вот когда-то меня познакомили с такой компанией, с основателями, Аварисой и Евгением Герд. Я для себя приняла решение, что я буду с этими людьми идти вперед к своим целям, к своим мечтам. И вот на сегодняшний день я являюсь участником и партнером группы компании ITC, являюсь лидером этой компании. Я участвую во всех программах, которые сегодня представлены в группе компании ITC. И знаете, я почему об этом говорю? Потому что сегодня это самое перспективное, что есть, ну, на мой взгляд, в России, в других странах СНГ, для любого человека, который ничего еще не знает в инвестициях, для людей, которые, знаете, может быть, только начинает свои делать первые шаги в мире финансов. Это действительно для многих людей это шанс создать подушку безопасности, стать рантье. Для многих людей, действительно, которые далеки от финансов, это возможности без рисков создать наследство для себя и для своих детей. И я для себя выбрала эти программы, потому что сегодня я думаю уже наперед, на несколько лет вперед. Хочу жить так, чтобы на пенсии, ну, на пенсию я никогда, надеюсь, не выйду, что на пенсии к 50 годам даже начну, что я буду путешествовать и жить не только в России, я буду иметь несколько объектов недвижимости за рубежом и часто очень буду находиться там, где я хочу, в теплых странах, возле моря. Я хочу сегодня оставить наследство своим детям, квартиры, машины, бизнес, и это все благодаря программам. Я говорю сейчас о программе ITCMIM и программе ITCM. Почему? Потому что сегодня это новые возможности для всех людей. Это новая экономика. Это то, что сегодня растет с очень большим темпом. И пару лет, и вы даже не заметите, как станете долларовыми миллионерами. Поэтому я что вам могу сказать? Сегодня это возможности для каждого человека. Начать с нуля создавать свой капитал. Начать с нуля, даже если ты ничего не понимаешь вообще в финансах, в деньгах, в инвестициях, просто доверься. Приди в компанию, поговори со своим консультантом и начни. Начни уже сегодня откладывать на свое будущее. Будущее, оно только в ваших руках. Когда-то я это поняла и взяла свою жизнь в свои руки. Я вам этого тоже желаю. Возьми свою жизнь в свои руки. И жизнь своих детей и внуков, если они у вас есть. Поэтому используйте каждый день на то, чтобы он был с пользой. Ну а я вам желаю еще рассмотреть для себя возможности бизнеса и быть не только